До конца года в Твери обновят скверы и площади. Запланировано благоустройство в Московском районе, в Мамулино и в поселке Химинститута. И, наконец, в сквере у памятника Михаилу Тверскому. До 2020 года перед тверичанами предстанут 4 обновленные территории. Благоустройство идет по национальному проекту «Жилье и городская среда». В ее рамках в Твери уже ведутся работы на 2 объектах. Площади перед стелой «Город воинской славы», где на данный момент уже закончен демонтаж старой брусчатки и облицовки. Идет заливка бетонной плиты под устройство новых чаш и в сквере на улице Можайского в микрорайоне Южный. Там подрядчик уже приступил к земляным работам. В этом году будут проложены пешеходные дорожки, проведено озеленение, установлено ограждение и наружное освещение, скамейки и урны. А уже в 2020-м там появится фонтан и детская площадка. В августе планируется заключить контракты на проведение работ в сквере у памятника Михаилу Тверскому и в зоне отдыха в поселке Химинститута.